Парковки – проблема всех городов России и Ульяновска в частности. В середине августа губернатор Сергей Морозов озвучивал эту тему на аппаратном совещании. Тогда он отметил, что проблема нелегальных парковок – большой раздражитель для жителей. К примеру, на улице Терешковой люди устали бороться с нелегальной парковкой. Работники автомобильного и механического заводов бросают машины во дворах. Как результат, пройти с коляской невозможно, а детям, чтобы добраться до 52-й школы, приходится идти по дороге. Проблему жителей Ближнего Засвияжья озвучил директор фонда заботы и помощи Андрей Князев. Мы вместе с активистами, жителями близлежащих домов обратились в градостроительную организацию, разработали предложения градостроительные и передали их сегодня Дмитрию Александровичу Вавилину. И нас, слава богу, услышали. Решение нашлось. Дмитрий Вавилин вместе с депутатами и представителями городской администрации встретился с неравнодушными жителями и предложил несколько путей решения проблемы. У нас между трамвайными путями и вот зеленой нашей посадкой есть большой участок травы, где стоят рекламные щиты. Вот если жители нам разрешат, то мы на этой территории бы сделали большую парковку. Деревья при этом не пострадают. Большинство жителей с решением согласилось. Обсуждение продолжится. Тем временем в правительстве началась работа по созданию единых парковочных пространств. Сергей Морозов отметил, что необходимо сформировать стратегию развития парковочной деятельности. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.